Поднимем первую, дай бог, не последнюю чашу меда дикого за Сибирь великую. Так, еще раз здравствуйте. Снял один фильм про выживание. Времена такие наступают, я вас буду учить своему опыту. То, что я имею право говорить. Я человек, выживших несколько раз, спасший несколько жизней. Вот. Но это уже один фильм вы, наверное, увидели. А так как я все-таки садовод, пока резко меняю тему. Увидите два дерева. Они оба посажены правильно, на холмы. Вот одно, вот второе. Так. И вы увидите борьбу и несовместимость дальневосточных сортов с европейцами. Вот. Это яркий-яркий пример. Я в свое время его преодолевал так. Значит, покупаю... Нет, не покупаю. Сейчас я в начале общей фразы. Я, наверное, даже присяду. Я в Субботино. Вот. У меня были свои возможности. И я тогда привез электрооборудование нужное Байковой Галине Николаевне, тогдашний директор Субботинской опытной станции садоводства. Вот, и выменял у нее на 300 саженцев абрикосов. 300 штук. Это я считал, что вот с этого я начну. Вот, заниматься абрикосами. Дело в том, что, да, извините, что длинно получается. Вот этот вот, я его показывал в предыдущей серии. Видите? Он не выглядит сейчас гигантом. Когда на нем листья, вот, он где-то по крышу третьего этажа. Первый этаж, да, где-то по уровню третьего этажа. Вот. Это манжурец. Пока он не плодоносил, я делал отчаянные попытки раздобыть подвой. А все еще ждал его. Так. И у меня получился с ним какой-то результат. А я расскажу о нем. И полный крах с абрикосом, сеянцами абрикоса, которые я раздобыл у Байковой. Их было 300 штук. Я их привез, я был счастлив. 40 из них, я потом пытался в них, внедрял, ну, набивал руку на окулировке при капочке. Ну, в то время мне все равно было, лишь бы только прививать. Вот. А именно 40 штук я привил с помощью абрикос королевский. Он у меня прожил больше 30 лет, вот тут вот, вот за этим самым. Вот. Но другое дело, что не так, пару лет назад он был спилен. А с него я брал черенки, так, и вот эти 40 штук привил, 39 мертвых, 40-й умер на следующий год, то есть один прижился, и тот умер, я с него не успел взять черенки. Вот, это была моя первая попытка, очень важный вопрос разговор о совместимости. Вторая попытка была удачней, опять королевский, он все-таки шикарный, знаете, когда меня заплодоносил. Ну, нет его уже, но у меня сохранились фотографии. Вот за это самое. Вот здесь был, вот здесь он рос. Вот он, соседский сарай, с этой стороны рос. И по тем временам, он у меня был в десятках статей, я тогда уже печатался. Вот вся деревня думала, что это персик. Плоды до 100 грамм, шикарнейшие. И действительно, от персика не отличишь. А интересно, название королевского я нашел в справочнике, еще в тех, я чуть не назвал дореволюционных, вот, тех справочниках, не интернетовских. Абрикос королевский является сеянцем абрикоса персикового. Вот слово персиковый абрикос ни о чем не говорит, что как минимум похож на персик. И вот с этого дерева я, когда пошли первые эти плоды, когда я их... прорастил, получил подвои, привил, и у меня получилось принцип такой. Из 10 два. С этих двух я беру, черенки, выращиваю следующее поколение. Оттуда пошло мое новое направление в садоводстве, называется «Наставление ментора».
с этих двух, ну, живых же брал, получил 4 или 5, остальные мертвые. Следующее, это я не точно цифры говорю, а градацию. Вот, с этих 5 уже брал черенки и получил 7 или 8. С каждого десятка я расширялся. 7 или 8. И следующее поколение уже 9-10. То есть или все 10 живы, или из каждого десятка, подчеркиваю. Не всего 10, из каждого десятка. И так было открыто новое направление. И так, значит, удалось соединить дальневосточный маньчжурский абрикос, вот он, с абрикосом королевский, родина Франция. Помните? Абрикос королевский является сеянцем абрикоса персикового, в скобках Франция. Вот. Мне удалось соединить эти две линии. А сейчас я вам расскажу, что такое, как ее назвать, через тернии к звездам. А у меня получается через звезды к терниям. Смотрите. О, привет, белка, где ты шляешься? Я за тебя должен караулить. А? Чего молчишь? Ладно, отругал собаку. Идем дальше. Значит так, итак, перед вами два дерева. Вот, прививка на маньчжурский абрикос. Это дальневосточные сорта. Академик один. А второй, то ли Амур, то ли Артем. Сейчас я уже, это надо смотреть по этим самым. Вот, но главное это не это. Так, на память полагаться или не полагаться. Полагаться, не полагаться. Где тут бирочка была? Ладно, в общем, в любом случае дальневосточная. Теперь смотрим, что получается. Я вам сейчас покажу крах надеждам. То есть не через тернии к звездам, а обратно от звезд к терниям. Смотрите внимательно. Мертвый. Мертвый. Идем дальше. Мертвый. Мертвый. Идем дальше. Мертвый. Мертвый. Дальше. Мертвый. 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 Еще не все. Мертвый. Мертвый. Вот вам и звезды. А вот еще один мертвый. Год пожил и умер. Итак, полный крах соединения кого? Смотрим. Петр Великий. Откуда его привез? Правильно, с Херсонской области. Вот он какой. Посмотрите. Кстати, я всегда отвлекаюсь. А вот еще мертвый. Вот еще один мертвый. Уже около десятка. Я всегда отвлекаюсь. Видите эти красные точечки? Вот эти пупырышки. Там пыльца этих самых... красный рак называют еще огневицей. Народное название. Видите? Вот, смотрите. Вот. Другое дело, что для меня он абсолютно безобиден. Раз прививка мертва, она должна была быть съедена любым раком. Любым видом рака. В данном случае огневица. А здесь, пожалуйста, тут уже не огневица. Ну, кому повезет, кто первый на нее накинется. Поняли, да? Теперь скажете, опрыскивать срочно, немедленно, подгоняй в ведро и лучше бочку. Нет, никогда. И никогда она, эта огневица, не съест это дерево. Вот эти ветки, как растут, так и будут расти. Пока я не начну их калечить. До тех пор. И о прививках. О прививках поговорим потом. Вот, это все приготовлено для прививок Сергею питомнике и мне. Еще раз, абсолютно безобиднейшая вещь. Пока ветка не умрет, никакая огневица его не тронет. Тронет только мертвые ветки. Пока ветки живы, пока дерево молодое, ему ничего не грозит. Вот так вот. Но это я отвлекся. Итак, мы видим около десятка. Около десятка. Еще, может, не все нашел. Привек, все мертвы. Значит, соединить. Заметьте, это считайте с нуля. Ну, хорошо, допустим, это Петр Великий, это Украина. Где-то, ну, тут есть еще бирочки. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне бы надо что-нибудь известное. О! Ака, абрикос королевский. Так вот, абрикос королевский. Ну, второй этот самый, Филиппьево.
Вторая побег. Но дело в том, что черт его знает, откуда Филипп его раздобыл, сам не знает. Ну, естественно, не знает он происхождения. Вот, скорее всего, он настолько шикарен, скорее всего, он тоже европеец. Итак, королевский европеец, мертвый. Это фактически я как бы начинал с нуля. Вот я начал с нуля, то есть у меня уже давно королевские абрикосы живут, королевские абрикосы процветают, вот, дают прекрасные плоды, шикарнейшие плоды, но получается, что с этой ветки взять невозможно намертво. А теперь я подскажу главному. Ну, например, королевский у меня вот этот, самый ближний. Это амур, вот, сигаталинский. Вот. Так. Дар небес. Спасибо Свирину, царство ему небесное. Вот. Вот он королевский. Видите? Кстати, с него еще веточки можно брать. Вот если взять вот эту веточку с него, да? Вот с него, вот с этого взять, то она на манжурский абрикос прекрасно приживется. Вот, то есть это уже без всяких посредников. Там-то, где мы были, там же третий этаж, манжурец, потом дальневосточный академик, привил на него королевский, здрасте, наша песня хороша, опять 5 поколений надо? Нет, вот это уже не надо 5 поколений, они уже родственники. Вот видите, вот эта ветка вылезла откуда? Снизу. Она вылезла от подвойной части. Вот. Пару плодиков было, я так надеялся, что укрупнятся. Ой, как я надеялся, все-таки тут плоды-то под 100 грамм. Так, а здесь 20 грамм. Нет, зараза, как были 20, так остались. Вот здесь у меня не сбылось. А я такой хитрый, я же это, чуть не сказал хохол, но шутя. Вот, смотрите. Видите? Слива венгерка привита на... манжурский абрикос. Во, прекрасное соединение. Ну, теперь вы нагляделись на это. Вы поняли, что уже достигнуто что-то. Жду, ну, на близкую прерву, ладно, не надо. Как этот говорил наш этот самый Василий Теркин, я согласен на медаль. Так вот, я согласен на медаль вот за это вот. Еще же не кончен разговор. Опять возвращаемся к молодому дереву, на котором 8 или 9 мертвых привек все до единого. Так. Теперь его сосед. Амур или Артем, все равно Дальний Восток. Так. Смотрю внимательно. Ма, честная, мертвая. А кто, интересно, мертвый? Вот. Ага, персиковый номер 2. Это Европа. Так. Это дерево маточное. Маточное именно зовут тот, с которого я беру черенки. Вот. Ага, супер серафим. Дальний Восток. Видите? Дальний Восток. То есть я это не Амур, не Артем, а серафим это. Супер серафим. Теперь смотрим на этот супер серафим, были привиты. Внимание! Мертвая. Внимание! Мертвая. Вот они, европейцы. А я сейчас европейцу пытаюсь внедрить. Живая. А ну, а кто живая? Ну-ка. Вот. Академик-пианиста. Ну, Дальний Восток на Дальний Восток. Тут, ну, вот видите, вот и яркий пример. Прекрасно. Вот она живая, вот она уже почками покрылась цветочками. Вот, пожалуйста. Дальше, мертвая. Дальше, еще 2 мертвых. Так, еще мертвая. Все, все. Еще мертвая. Все, не все. В общем, та же картина, как у соседнего дерева. Та же самая картина. И, внимание, это моя гордость. Я всю жизнь буду благодарить Чернобаева. Я хороший ученик. Я никогда не заношусь. Если у меня выдающиеся друзья-садоводы,
Я их превозношу, я их всему миру подаю на блюдечке. Учитесь. И вот чему я научился у него. А он набрался наглости, и мои черенки венгерок шикарных привил на бая. На бая. И получил прекрасные результаты. Тогда я взял, это же кто у меня, Супер Серафим, кто на нем привит? Внимание, два мертвых, это абрикосы, а венгерка богатырская, вот она, живая. То есть, оказывается, никакого противоречия у дальневосточных сортов с венгерками нет. Наоборот, если тут все мертвое, именно венгерка оказалась лучшей совместимостью. Причем практически это еще не крупный, а это за 2 года он такой, есть у меня вот такие, 2 раза крупнее, выше и уже плодоносят. Вот, чему, давайте какие-то выводы делать. Согласны? Давайте делать выводы. Итак, сейчас мне, наверное, надо где-то присесть, как всегда. В ногах, правда, нет. Мне больше 100 000 обошлось. Это самое, как он называется, операция по спасению ног. Эти 100 000, конечно, жалко, но зато я продолжаю на 75-м году свою деятельность и учебу. Итак, значит, для преодоления биологической совместимости нужно, видите, вот они, эти 2 дерева, вот они, вот от собаки вправо, вот они, и получается, что в сумме на 2 деревьях 15 мертвых прививок. Единственная живая как раз, где дальневосточник привит на дальневосточник, плюс венгерка, которая оказывается совместима. Слева другой вид, и вдруг с дальневосточными совместима. Вот. Выводы делаем? Делаем. Значит, преодолеть можно? Можно. Помните то самое? Из 40 39 мертвых, на следующий год 40-я мертвая. Вот. Я до сих пор не знаю, именно там, в Субботино, почему они не пришлись по душе дальневосточникам. Сейчас тогда подозреваю, что, наверное, эти были сеянцы не маньчжурских абрикосов, но они у них шли как по двое. Вот бы съездить туда, посмотреть, как у них дела. Ну ладно, это другой разговор. Значит, показал вам вот тут вот абрикос королевский, который привит на манжурце. И учитывая прекрасный рост, здоровое абсолютно дерево. Вот, вон оно, там где от красной этой, от чего-то красного слева, вот оно. И тогда получается, сейчас я поставлю этот, это мне неудобно. Вот так вот. Значит, нет. На вот этого именинника 40-летнего. О. Пусть все любуются на него. Итак, значит, преодолеть можно. Значит, те редкие случаи, когда приживаемость существует. Вот, например, вы видели антагонизм страшный между дальневосточными нашими отечественными и сортами с этого самого, с Западной Европы, с Украины. Видели, видели. Все показал натуральную величину. И тогда, получается, преодолеть можно с помощью редких случаев, надо деражировать и переносить с первого поколения, когда получилось второе на первом, со второго поколения на, переносим, получаем. Да, желательно, чтобы все, вот смотрите, вот пальцем показываю, все по двое десятки лет с этого дерева, это другая половина успеха. То есть и каждый раз бери с разного дерева, и опять наша песня хороша. Десятки лет, все по двое с этого дерева, и мы имеем полную биологическую совместимость королевских в Сибири, на дальневосточник, и не замерзают. Вот. Ну ладно, согласен на медаль или на государственную премию. Это когда-то станет основой нового садоводства уже в научных садах, сейчас это невозможно. Почему? Потому что я бельмо на глазу у них, вот. Выходить за пределы, предназначенные, завещенные Мичуриным, значит, берем какой-то из местных сортов, обязательно, чтобы второй сорт был за 1000 километров,
прививаем одно на другое. Ой-ой-ой-ой, не прививаем, оговорился. Нет, пожалуйста, прививайте, но там совет другой. Значит, скрещиваем, опыляем, а дальше самое жуткое, кастрируем, используем марлевые презервативы, я их назвал презервативами, чтобы вам понятнее было. Вот такие дела.